Каждый из нас не единожды слышал о благотворительных фондах и тех добрых делах, которые они неустанно делают для нуждающихся в этом людей. Сегодня мы познакомим вас с одним из таких фондов. Доброгорец объединил вокруг себя сотни людей со всей республики. Они помогают открывать сборы, помогают малоимущим, кормят и одевают тех, кому это необходимо. Все эти люди разных возрастов и профессий. И каждому из них Доброгорец подарил семью из волонтеров и просто неравнодушных жителей республики. Фонд существует с апреля 2016 года. Идея возникла спонтанно, то есть возникла необходимость помощи девочке на операцию. И все сплотились, решили помочь, выходили в город с листовками, с какими-то информациями, везде публиковали. Тогда, конечно, соцсети не были так развиты, ну, по возможности, рассылки, все это делалось. И была собрана сумма необходимая, сделали операцию, какую нужно было. И у нас три основателя было изначально. На данный момент осталась только вот одна девушка, которая была и основателем, и она является у нас директором, это Алла Ипанова Армида. Вот. Позже уже были и другие обращения, увидели, что есть такая необходимость помощи именно детям. И возникла идея, организовали собрание. На первое собрание к нам приезжал Митрофаненко. Он нам очень помог с разработкой логотипа и гимна. Как бы, так как этот человек более опытный, он развивает добровольчество в Ставропольском крае, и люди вот, ну, называют его как «Добропапа». Вот. И он приехал, помог нам, подсказал какие-то идеи. Первое вот у нас собрание было в библиотеке тоже. И позже уже по чуть-чуть, постепенно начали проводить различные акции, мероприятия по детям, открывать те же сборы и развиваться вот в данном направлении. Медина уже не представляет жизнь без этого фонда. Здесь готовы день и ночь трудиться, помогать людям, слушать их, поддерживать и даровать надежду на счастливое будущее. Изначально я была, ну, просто была активная в различных фондах. То есть на вот где-то вот этот период, 2015-2016 год, у нас в республике было, ну, практически не было именно благотворительных фондов. Был Эльбрусоид, появилась вот как раз территория Милосердия и после Доброгорец. И как-то мы посещали Эльбрусоид, какие-то мероприятия, позже нужна была помощь с продуктами в территории Милосердия. Там же мы познакомились с девочками из Доброгорца, и как-то не было такого, что это какие-то отдельные фонды или еще что-то, потому что вот именно волонтеры, люди, которые помогают, это была все одна компания. То есть мы все были, естественно, знакомы друг с другом, и когда нужна была какая-то необходимая помощь, мы собирались и делали то, что, ну, необходимо было. Вот, естественно, мне это нравилось, ощущение того, что ты приносишь какую-то пользу реальную, что ты не просто там провел время, посидел с друзьями, поболтал, а вот на самом деле то, что ты сегодня сделал, ты смог кому-то помочь. И попробовав один раз как-то сделать какое-то доброе дело, скажем так, естественно, это затягивает, то есть хочется еще, еще, ты уже сам думаешь, ну давайте там что-нибудь сделаем, что-то придумаем. А когда ты сталкиваешься с проблемами людей, ну, в обычной жизни мы же не знаем, даже как наши соседи живут, мы практически даже не знаем, а тут ты напрямую видишь, у кого какая боль, у кого какая проблема, и начинаешь думать о том, а как помочь, а что сделать. Вот. И фонды всегда это поддерживают, говорят, да, давайте, конечно, давайте сделаем это, давайте придумаем то, проведем какое-то мероприятие, какую-то акцию и так далее. Вот. И, естественно, это затягивает на самом деле. Думаешь еще, что, как, что можно сделать, придумать. Но и это было где-то, долгое время была волонтером в разных различных фондах. После, уже по окончанию учебы, работала и не было возможности так активно участвовать именно непосредственно физически, потому что, ну, основное время занимала основная работа. И случился такой период, что я уволилась с основной работы. Ну, грубо говоря, наверное, просто надоела офисная работа. Я бухгалтер, экономист-бухгалтер. Просто в один день мне это все надоело. Я встретила Армиду. На Первомайском случайно встретились, пересеклись, спросила о том, как фонд, нужна ли какая-то помощь, что сейчас какая-то. Она говорит, да вот ищем сейчас сотрудника, самая такая проблема.
Я говорю, меня возьмете? Она говорит, конечно, говорит, а ты пойдешь? Я говорю, с удовольствием. И вот как-то вот так вот за случайным разговором я стала сотрудником фонда и вообще не жалея об этом, ну, ни секунды, потому что нету такого, что когда ты идешь на работу и думаешь, о, блин, вот опять понедельник, сейчас тяжелый день, думаешь, поскорее бы это закончилось. Нет, вообще такого нету. Каждый день приходишь с удовольствием, потому что ты понимаешь, что именно эта работа, ну, ты видишь сразу ее результат, ты видишь ее какой-то итог. И ты понимаешь, что тут ты на самом деле можешь принести пользу. Плюс это очень интересно, это очень творчески, это очень увлекательно, это общение, знакомство с новыми людьми. Даже вот то, где мы сегодня, библиотека, я узнала благодаря фонду. То есть я до этого не знала даже, что она существует и что есть такое место. Но вот благодаря фонду и этому проекту, который мы сейчас реализуем тут, я о ней узнала, и я вообще просто в восторге от этого учреждения. Волонтеры здесь трудятся, не покладая рук, разрабатывают и реализовывают проекты, организовывают различные мероприятия. Словом, делают все, что в их силах, чтобы сделать жителей республики, оказавшихся в беде, чуточку счастливее. Мои друзья привлекли меня в качестве волонтера для реализации, ну, некоторых мероприятий в рамках проектов. И, откровенно говоря, моя волонтерская деятельность началась именно с помощью моим друзьям. Не благополучателям, а моим друзьям. Я видела, как они увлечены этим делом. Я видела, как им нравится, как у них получается. Но им не хватает то рук, то каких-то других ресурсов. Они обратились ко мне, я с радостью, с удовольствием оказала помощь именно своим друзьям. А потом и благополучатели стали моими друзьями. И поэтому я осталась в фонде и работаю. Угу. Ну вот многие люди не понимают других людей, которые безвозмездно, без каких-либо, без получения каких-либо ресурсов, стремятся помогать другим. Вот почему вы занимаетесь этим делом? Что это для вас значит? Ну, это трудно объяснить, потому что, ну, это не совсем верно, это не совсем честно. Когда ты оказываешь помощь другим людям, ты получаешь больше, чем даже материальные средства, больше, чем ресурсы, ты решаешь свои собственные проблемы, какие-то социальные проблемы, какие-то, там, может быть, даже немножко психологические проблемы, коммуникационные проблемы. Вот. И если, конечно, человек пришел, там, допустим, в социальную сферу, благотворительность, волонтерство, и не получается у него решить какой-то свой запрос, он не остается там. У меня получается, поэтому я осталась. То есть, помогая другим людям, я помогаю саму себе. Доброгорцем я работаю уже около 5 лет. И в какой-то момент я сама заболела, да. У меня случился инсульт, у меня случилась аневризма сосудов головного мозга. И я думаю, что моя работа в благотворительном фонде и встреча с людьми, которые перенесли разные заболевания, разные трудные жизненные ситуации, да, и то, с каким жизнелюбием они выходили из этих ситуаций, с какой любовью и с каким азартом они начинали новую жизнь, да, борясь с трудной ситуацией, борясь с заболеванием, вот, это дало мне уверенность в том, что и у меня все получится. И мои друзья, и благополучатели, и наши волонтеры оказали мне такую поддержку, что у меня ни минуты не было сомнения, что моя болезнь отступит, что я могу вернуться к полноценной здоровой жизни. Конечно же, работа в фонде – это кропотливый и тяжкий труд. И здесь есть свои проблемы, с которыми благотворители сталкиваются регулярно. Ведь некоторым порой так сложно представить, что посторонние люди безвозмездно готовы помочь с решением любой проблемы. Или вовсе настолько сильно хотят скрыть свои неприятности, что обращение в фонд становится общей проблемой и для сотрудников, и для нуждающихся в помощи людей. Порой граждане просто не готовы рассказать о своей проблеме на весь регион. Морально, да, тяжело работать. То есть ты видишь семью, ты видишь ее проблемы, и ты понимаешь, что, ну, физически ты всем не можешь помочь. И это тяжело, то есть ты вот, ну, начинаешь разрываться, переживать, какие-то их проблемы принимать на себя, и вот какие-то такие эмоциональные моменты, они, да, тяжело переживаются. Но, как сказать,
все равно нужно стараться как-то сохранять холодную голову. Наверное, вот это самое сложное, да, не поддаваться излишним эмоциям. Вот. И из минусов, наверное, то, что все-таки люди у нас, наверное, это связано больше с менталитетами и особенностями нашей республики, Кавказа, в принципе, в целом, потому что если у ребенка какое-то заболевание возникает, семья, как правило, об этом не говорит. Они об этом не афишируют. То есть может пройти даже какое-то время такое ценное, вот с рождения ребенка, вот первые месяцы, когда можно оказать какую-то помощь в первые периоды, когда она будет эффективна. И они пропускают эти моменты, и уже становится поздно. Ну, мы можем еще помочь, врачи могут помочь, да, но уже не будет так эффективно. Вот, то есть вот эти вот особенности менталитета, к сожалению, проблематично немного. Потому что бывает такое, что мама сама не может принять статус инвалида ребенка долгое время. И упустить вот этот момент. У нас даже был проект на эту тему «Успеть, значит, спасти». Это была информационная программа. Мы ездили по районам, это как раз был период перед пандемией. Ну, пандемия все-таки попала на конец этого проекта, мы уже завершили его онлайн. Но вот мы ездили по районам, встречались с семьями, у которых семьи, воспитывающие детей с ОВЗ. Общались с ними, рассказывали о том, что есть фонды, есть министерства, есть структуры, организации, которые могут вам оказать такую-то помощь, что вы можете обратиться, что, ну, какие-то их проблемы выслушивали тоже, естественно. И позже совместно с администрациями районов и министерствами, которые нас поддерживали, как-то старались им помочь, ну, в тех рамках, которые это возможны. Ну вот, это я к тому, что вот до такой степени у нас иногда мы сталкиваемся с этой проблемой, что мы уже написали проект, и он получил поддержку фонда президентских грантов, что это очень актуально. То есть, к сожалению, были и такие случаи, когда ребенок просто умирал из-за того, что в свое время ему не оказана была необходимая помощь, и болезнь усугублялась, и с возрастом уже, ну, гораздо сложнее было помочь. Вот. Это прям проблема, да. Я знаю, что с ней сталкиваются многие фонды, что даже бывает такое, ну, мы хотим открыть сбор, мы хотим помочь, а семья против публикации фотографий или еще что-то. Вот с таким сталкиваемся часто, к сожалению. Часто даете волю чувствам? Плачете, переживаете? Да, но не при заявителе, не при подопечных. Естественно, да, конечно, потому что, ну, ты же это видишь, ты же это переживаешь, пропускаешь через себя. Я часто сталкиваюсь с тем, что мама приходит, ей просто надо поговорить. Она вот может просто у меня часа два посидеть, поговорить со мной, рассказать о каких-то своих проблемах. Ну, я просто ее слушаю, и вот она бывает уйдет, и после у меня вот такой эмоциональный всплеск. Естественно, да, это эмоции. Ну, всегда считаю, что здоровая мама – здоровый ребенок. И в первую очередь мы всегда акцентируем на том, что помощь нужна и маме в том числе. Во всех своих проектах всегда мы отдельно выделяем внимание какой-то родителя. Плюс у нас есть психолог, который также оказывает поддержку. Но опять же, не все мамы обращаются. То есть она говорит: «О, это нужно время, у меня столько дел, это приходить туда я не смогу». А вот на самом деле от эмоционального состояния матери зависит от состояния ребенка, потому что ребенок всегда это чувствует. И часто бывает, да, что мамочки приходят просто, она пришла что-то спросить, что-то уточнить, по итогу мы 2 часа просто разговаривали с ней, она рассказала мне свои проблемы. Да, это тяжело, конечно, эмоционально, но, ну, ты, как сказать, я это тоже обсуждала с психологом, в принципе, я ей говорила о том, что да, вот это тяжело, как бы она мне дала совет о том, как работать в дальнейшем, что раз уж у меня такая работа, то нужно это учиться перерабатывать и понимать, что, ну, всем не поможешь. И в первую очередь нужно помочь себе, чтобы у тебя были силы помогать другим. То есть твое эмоциональное состояние сотрудников, волонтеров тоже очень важно. Потому что если, ну, вот даже если мы видим, что волонтер
ну, что-то с ним не то, да, вот видно же по человеку, да, вот какой-то загруженный, не слышит то, что тебе говорит. Ну, мы ему говорим, ну, не иди на мероприятие, хочешь там туда или еще что-то, или хочешь там, давай посидим, давай там чай, кофе попьем, поговорим, поиграем. То есть это очень важно от того, насколько эмоционально стабилен тот человек, который хочет помогать. Потому что если у него у самого есть какая-то проблема, ну, ему будет сложно помочь кому-то другому. Не просто же говорят, помоги себе, потом другому, в первую очередь. Волонтеров в фонде никогда не бывает много. Всегда нужны лишние руки. И люди продолжают предлагать свои услуги сотрудникам фонда. В любое время суток они готовы прийти на помощь. И главной наградой для волонтеров становится благодарность всех тех, кому они помогли. Я волонтер и культуры, и как бы просто, может, по призванию. Знаете, родилась в советское время, мы еще со школы, со школьной скамьи помогали старшему поколению, бабушкам, дедушкам, там, как обычно, там, перейти что-то, там, сады какие-то почистить. Вот. Ну, и дальше как бы с возрастом что-то менялось, пошла на работу, работала со слепыми, не полузрячими людьми. Вот, на этом предприятии работала около 10 лет. Вот, и пришлось как бы мне по жизни вот помогать людям, с ними, так сказать, жить, работать. Возила их в реабилитационный центр под Волоколамск. Вот там огромный центр, где их обучали жизни. А здесь вот вступила в ряды волонтеров серебряных. Серебряные – это не просто там отличие золота или серебро, а это как бы умиленные сединой серебряные волонтеры. То есть мы выросли с такого поколения, уже как бы волосы наши посеребрились, но мы еще волонтеры до сих пор. В 2019 году вот, открылся центр на базе Доброгорцев, центр серебряного волонтерства. Вот. Ну, конечно, как бы дети мои в этом центре, вот Борисова Екатерина Владимировна, я к ней присоединилась. Она у нас как бы наш мозг, голова, руководитель этого центра. Ну и я, естественно, туда присоединилась. И участвовала во всех различных мероприятиях. Мы как бы проводили акцию «16 дней против насилия». Ездили по всяким учебным заведениям. Ну, колледжи, как бы школы старшеклассников. В общем, мы как бы давали им информацию, чтобы им в жизни это пригодилось, чтобы они ни в коем случае как бы не позволяли, чтобы над ними какие-то вот насилия там практиковались, там, чтобы они сами свою жизнь строили так, чтобы никакого насилия не было. Раздавали листовки, ходили, значит, в городе, там, по улицам, где есть люди, которые просто отдыхающие, гуляющие, и мы им распространяли эти листовки. Потом еще была акция у нас «Красная гвоздика» в помощь ветеранам боевых действий. Вот, мы за, ну, чисто символическое пожертвование раздавали гвоздички на грудь, вот, с которыми потом люди ходили на парад. Очень много как бы помогли, этот фонд помог ветеранам боевых действий, помогали, значит, кто нуждается там в колясках, которые вот, ну, может быть, без ног там, ну, что-то там. Вот, ну, в общем, различные такие как бы бытовые вещи, которые они не могли бы сами приобрести, а фонд им помог. А вот конкретно этот проект, вот, чем полезен, на ваш взгляд, в чем его важность? Ну, это, понимаете, это работа вот как бы душой с людьми. То есть ты проживаешь эту часть времени с человеком, который в тебе, вот как Вера Ивановна сказала, не чувствует ущербности никакой. То есть, ну, как-то ближе вот.
Сердце в душе. Татьяна, она плачет. О, боже мой, ну что вы. Сейчас Доброгорис реализовывает еще один проект, направленный на помощь сотрудникам библиотеки для незрячих и слабовидящих, а также людям с ограниченными возможностями здоровья. Проект реализуется на средства гранта, выигранного в рамках нацпроекта «Культура». Для волонтеров Доброгорца это далеко не первый опыт проведения творческих мероприятий. Каждый из них уже давно прикипел душой к своему делу. И ограничения по здоровью или возраст не помеха в совместном времяпрепровождении и обучении декоративно-прикладному искусству. Причем каждый волонтер творит добро безвозмездно, по велению сердца. Важно, что наши читатели, инвалиды по зрению, а мы обслуживаем все категории от детей до взрослых, участвуют в этом проекте. Участвуют, принимают участие в мастер-классах, что очень важно, потому что как раз важна адаптация людей, как говорится, с ограниченными возможностями и приобщение их к культурной общественной жизни. Для них это очень полезно, очень хорошо. Вот, они откликаются на все мастер-классы, вносят свои предложения. Как говорится, что-то не было в проекте, мы добавляем и идем дальше. То есть это им очень интересно и очень познавательно. Отлично. Они развивают свою, как говорится, и руки, и чувственность. То есть они и сами очень творческие люди, но еще больше. А библиотека у нас идет, что мы единственное учреждение культуры, которое именно адаптировано для людей вот незрячих. У нас все, как говорится, сделано. Мы стоим здесь около пандуса. То есть это вот как раз именно все, что для людей с ограниченными возможностями. Сегодня мы с ребятами использовали и делали поделку из соленого теста. Соленое тесто – это очень экологически чистое, и деткам очень нравится лепить, развивает моторику пальцев. Сегодня мы делали замечательного вот такого вот котика. И вот детки по шаблону вырезали, и получались у нас вот такие замечательные уже поделочки. Сейчас это тесто высохнет, потом мы его разукрасим, покроем лаком, и получится у нас замечательный вот такой котик. Также в этой же технике у нас соленого теста, вот у нас есть кот-повар, который уже с большой поварешкой, с сосисками, ждет гостей на обед или на ужин. Смотрите, все это, конечно, очень интересно и красочно, но для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы развивать моторику пальчиков детей, воображение, мышление. И, естественно же, очень приятно на ощупь, если глина немножко пачкается, если пластилин пачкается, то соленое тесто не пачкается. Это самый хороший материал для лепки. Угу. Вот. Ну и, конечно же, воображение, какого мы котика сделаем цветного, рыженького, а может быть, кто-то захочет серенького его сделать, кто-то беленького. То есть воображение развивает и мышление у ребенка. Угу. Ваши личные впечатления от таких вот мероприятий? Вы знаете, мы всегда вкладываем душу в каждого ребенка, в каждого человека, с которым мы работаем. И поэтому видим сразу частичку своей души. Вот уже, пожалуйста, и отклик на нашу душу. Этот проект Доброгорца стал одним из победителей грантового конкурса Российского фонда культуры, проводимого в рамках реализации программы «Волонтеры культуры». В рамках проекта волонтеры смогут помогать сотрудникам библиотеки в их работе с читателями, проводить массовые мероприятия и приятный досуг. Но на этом волонтеры не планируют останавливаться. Впереди их ждет еще целый список добрых дел.